одуванчики вот кипятком обдал, они как сморщились. Сейчас просто помою. Чуть-чуть гаченко. А так ничего, с них варенье вкусно получается. Чуть меда. Приятно всем аппетит, хорошее настроение. Доброго дня. Не повторяйте. Это для профилактики. Пока они еще не отцвели, пока в одуванчик не превратились, надо корни копать, листики сушить, чай заварить. Очень полезно.